21 мая в Люберцах прошел финал первой лиги чемпионата России по волейболу среди мужских команд. За право выхода в высший дивизион российского волейбола боролись 5 клубов страны. Люберецкий район представляла команда «Новая Краскова». После победы в соревнованиях на уровне Центрального федерального округа спортсмены на правах хозяев поля принимали гостей, играли с командой «Самотлор» из Нижневартовска и одержали яркую победу. Победителем и чемпионом стала команда «Новая Краскова», тем самым перешла в более высшую лигу. И к другим победам. Третьи места в весовых категориях 38 и 50 килограммов заняли юные борцы в турнире, посвященном заслуженному тренеру Борису Учителю. Об этом также рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Владимир Сурков. В соревнованиях приняли участие 20 люберецких спортсменов. Это учащиеся с дюшоркой и единоборством. Наши дети – это 2003-2008 года рождения. Кроме того, за минувшую неделю в Люберецком районе проходили соревнования по фехтованию, рукопашному бою, семейные спортивные праздники и благотворительные акции. Также наши спортсмены защищали честь района за рубежом. С 21 по 22 мая в городе Ниш, Сербия, люберецкие спортсмены выступали в составе сборной России на первенстве Европы по карате. Каратисты тренируются в ГДЮШ Люберецкого района. В личных категориях люберчане заняли призовые места. Первое место Пастух Екатерина. Также заняла третье место в Кумите. Баранников Леонид – второе место. Латыш Анастасия – третье место. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.